Израильские ученые восстановили Тору из пепла. 45 лет назад археологи обнаружили обугленный свиток пергамента, который сегодня, благодаря современным технологиям, превратился в уникальное историческое достояние. Группа израильских ученых из пепла возрастом около 1500 лет восстановила небывалый артефакт. Компьютерные технологии позволили виртуально развернуть найденный свиток и прочесть текст. Внутри оказался отрывок из Торы, предположительно древнейший в своем роде.